PITTSBURG, Вашингтон. Букмекеры назвали фаворитом матча дня в НХЛ 1 апреля 2018 года. 21:03 ставки букмекеры назвали фаворитом матча регулярного чемпионата НХЛ PITTSBURG Penguins, Вашингтон Capitals, который состоится 2 апреля. Аналитики не считают фаворитом Вашингтон Capitals, коэффициент на победу в основное время 2.55, по итогам всей встречи 1.95, шансы Penguins на победу чуть выше. Успех в основное время котируется за 2.35, а с учетом овертайма и буллитов за 1.87, вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80. Самый вероятный результат основного времени – 2-2, он котируется за 10-5, букмекеры ждут результативной игры, тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.70, меньше 5.5 за 2.20. Начало матча в 2:30 МСК. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке комментарий.